Сорян подписчикам и гостям, сорян за то, что видно вот этот вот край. Я тут снимаю видео по-быстрому. А что у нас за видео по-быстрому? Это, конечно же, покраска чужих волос, а именно заготовочек под дреды. Я типа тут экспериментирую, ни на что не намекаю, блин. Ни на что не претендую, я не претендую на звание лучшего парикмахера, я не претендую вообще на звание парикмахера. Ребят, не надо бомбить, не надо ничего негативного. Мы экспериментируем. И эксперименты — это хорошо. Давайте смотреть на все это с этой точки зрения. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо. Мы договорились, между прочим. Угу. Первым делом я открыла окно, чтобы все испарения, которые тут будут, выходили именно туда. Извините за подсветку, подсветки тоже нет, потому что это видео по-быстрому. Далее у меня есть вот такая вот фольга. Я ее натяну на табуреточку, просто чтобы на нее выкладывать все. Хотя, думаю, многие мне скажут, что вот какого хрена на табуретку, лучше бы ей оборачивать каждый дред, но фольги у меня не так много, поэтому... Итак, у меня есть дреды из моих старых волос. Вот они. Это типа, помните то, что у меня было? Я такая вычислила и сделала из них дреды. Вот. Дред-гибрид. Волос натуральный и мой старый волос. Ужасно. Это своего рода Франкенштейн в мире дредов. И целая кучка вот таких вот неравных дрединок. Не уверена я, что правильно все это смогу сделать, но неважно. Эту всю кучу я выкладываю. Вот это я тоже буду красить. Из того у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 дред. В целом, что я хочу этим добиться? Во-первых, я хочу развлечься, потому что мне very скучно. Не знаю английского. Ну и ладно. Во-вторых, мне надо добить свой старый капос. Вот. И, конечно же, я хочу посмотреть, насколько усядут волосы, если я их окрашу. Потому что это будет касаться моих волос, если я заплету себе дреды из натуральных, вот из этого цвета. А потом буду постепенно окрашивать их в белый. Вот. Я вам, наверное, не буду подносить камеру показывать. Я просто покажу несколько, ну, три штучки, да, вот. Обрати внимание на это, на эту монструозность, которая заплетена в конце неплотно, но это пофиг. Потому что это наш эксперимент. А эксперименты эксперименты не обязаны кончаться хорошо. Поэтому если меня в конце видео увезут в больничку, значит, так задумал Господь. Звезды всемогущие. Вот. Что мы делаем? Порошка у меня осталось вот прям... Прям вообще не осталось. А? Не беда, я запаслась. У меня есть капус Магиос такой, и я его, наверное, смешаю со стелью. Интересная будет комбинация. Заодно посмотрим, что будет с волосами, когда их смешивают с такой дичью. Итак, половину волос, почти все, я убираю обратно в коробочку, в которой я все это держу, богатство свое. Высыпаю капус. Весь. Его не так много. Работать я буду без перчаток, поэтому... Хвала Всевышнему, если у меня останутся руки в конце этому видео. Извините за шум, у меня из-за открытого окна, короче, активировались кошки. Кошки Activation начали носиться. Мы берем 3% оксид, потому что на полторашке я решила не красить. Ну, кому это надо? Полторашка нужна только для того, чтобы свои волосы не убить. А тут мы можем развлекаться как хотим вообще. Вообще как хотим. Меня видно? Видно? Короче, вот столько у нас получилось порошочка. Вот чтулька вот. Прям на донышке. Но это уже не актуально, но на дне, на донце. Столько мы же...
столько же мы должны вылить вот этого волшебного вещества, которое очень приятно пахнет. Я, наверное, если буду свои волосы осветлять, буду переходить на красящие краски, короче, на осветляющие краски. Ну, да, примерно так у меня получилось. Я пока это не убираю. А, извините, кто работает со спущенными рукавами, тот спущенные рукава, в общем. Вот, засучили мы наши рукава, налили все, что нужно, начинаем все перемешивать. Кисточка у меня сейчас очень жесткая. Я, кстати, не снимала это видео, потому что не могла найти эту миску, а потом такая заглянула в пакеты, короче. И такая, опаньки, а здравствуйте, а что это мы тут делаем? Знаете, если у меня будут тут кадры, как на меня прыгают кошки, как мимо меня пролетают кошки, я вам обязательно их в конце вырежу и вставлю, окей? Надо было немножко повернуть камеру на себя, господи. Я такая дура бываю. Берем наш монструозный волос, я возьму его вот за то, что уже было окрашено. Конечно же. Короче, камера переезжает. Итак, наша камера переехала. Теперь вы можете видеть мой небольшой прикроватный беспорядок. Итак, камера переехала. Теперь вы можете видеть тут небольшой мой прикроватный беспорядок. Я вот так вот вам подвину, чтобы вам виднее было, окей? И продолжу это все делать без себя. Без себя. Вот тут вот мы все это закрашиваем. Хорошо так закрашиваем. Может, тут переход получится, а может, просто все обломается, и я буду дико бомбить с этого. Ну ладно. И, на самом деле, если оно окрасится, я, может быть, даже себе это вплету. Если нет, то ну ладно уж. Че уж с этим поделаешь? Так, как нас учили, мажем пожирнее. Я даже не знаю, хватит ли всего этого на все, что у меня есть. Так, красим хвостик. Может быть, это видео будет кому-то полезным, кстати говоря. Ха-ха-ха. Будет забавно, если будет кому-то полезным. Мы будем их, наверное, окрашивать в несколько этапов. Потому что, типа, если ты окрашиваешься в несколько этапов, твои волосы не очень сильно убиваются, но это и так мертвые волосы, поэтому я хз, зачем я так делаю. И теперь мы, пожалуй, знаете, что сделаем? Мы таких завернем
завернем по-особенному, чтобы потом можно было развернуть на этот табурет. Вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Мы пытаемся. Мы пытаемся. Мы завернули. Теперь мы выжидаем 30 минут. И потом идем их смывать, окей? Вот как смою, я снова начну съемку. Вот, а пока что мы узнаем, что одного пакетика капуса, короче, катастрофически не хватает. Даже на 14 дред, даже на 15 их хватило всего на 4 дредины. Так что, ребят, кому надо, в общем, 4, один пакетик капуса. Умножайте. Ребятушки-котятушки, короче, я помыла те дреды. Они не очень так хорошо светлились. Но я вам их покажу, когда они высохнут, потому что так будет нагляднее. А пока мы давайте попробуем покрасить остальные наши дреды. Хотя бы 4 штуки. Вот. Ну, либо 6. Посмотрим. Для этого мы используем 2 пакетика Эстельки Princess Blonde. Вот. Princess Blonde. Не зря же я ее купила, надо ее потратить. Princess Blonde. Blonde Princess. Вот, у нас получается... И осветлять будем все на той же трешечке капуса. А, нет, давайте, знаете, что сделаем? Давайте осветлим не на трешке капуса, а на 4,5. Потому что куда же должна деваться вот эта бутылка на 6%. Так что остальную часть мы просто доливаем 6-кой. Ко мне пришли кошки. Зачем? Булка. Теперь мы все это перемешиваем. Я делаю массу более жидкой для того, чтобы она пропитала дреды. И у нас не было того, что ну, получилось сейчас. А сейчас у нас получилось... Крапинка, мягко говоря, то есть, ну, совсем не то, что нам нужно было. Сейчас мы все сделаем. Надеюсь, что сделаем все правильно. Ну что, начинаем? Спасибо.
Так, смотрите, у нас не хватило окраски ровно на 2 дреда. Окей, считайте. Давайте попробуем их вот так вот положить. Вот так вот. Может быть, что получится. Если ничего не получится, я вас все равно об этом проинформирую. Потому что, ну как я могу не проинформировать вас? Я же для вас это снимаю. Давайте. Оп, оп, оп. Оп. Все. Закрутили. Завертели. Кладем на обогреватель и ждем. На обогреватель, потому что в прошлый раз оно очень плохо прокрасилось. Ой, елки. Знаете, мне кажется, хватило бы, если бы в эту сторону так. Не, оп. Не, оп. О, вот так замечательно. Как вы видите, тут 4 штучки осветлилось не очень хорошо. Плюс еще вот это очень убого выглядит. Очень убого. Вот здесь мы можем наблюдать булку, у которой с глаз ничего не течет больше. А тут мы можем наблюдать то, что масса была недостаточно жидкой. И она не проникла, не осветлила вторичный слой, скажем так. Вот. Но они более мягкие. Они более мягкие. Булки нравятся. Вот. Булка, отдай. Отдай, отдай. Отдай, все, отдай. Отдай мне их. Вот. И вот это вот, который я осветляла из телешки. Булка, ты лучше их не грызи. А, если вы обратите внимание, да? А вот тут некоторые неду осветлились, но они осветлились гораздо лучше. Ну, а что мы хотим? 4,5. И я их 2 раза промывала. Но в некоторых, например, как в этом дреде, в этом вот, в нем все-таки осталось немножко порошка. Вот. И я все-таки советую промывать получше. 3 раза как минимум. Но хватило на остаток. Дред, булка, господи, боже мой, ты прям хакер, ассасин. Отдай мне их, отдай. Вот, их надо будет подкрутить, подбить немножко. И я хочу заметить, что... На, поиграй пока. Я хочу заметить, что если вы будете осветлять свои дреды, то когда вы их, если захотите их распустить, то у вас все это посыпется, и все будет очень плохо с волосами. Поэтому, если вы осветляетесь, то осветляйте их уже, ну, с пометкой на том, что вам придется потом делать супер короткую стрижку, чтобы все это скрыть. Вот. Ну и что получается у нас? Получается, что массу надо делать более такой жидкой. Массу надо делать более жидкой. И если вы осветляете, то попытайтесь осветляться побольше с восстанавливающими какими-нибудь масочками, наверное, даже. Несмотря на то, что говорят, что от этого дреды расплетаются. Но ничего, вот волосы как бы и так испытывают нагрузку. Их можно понять. Вот, либо осветляйтесь на 4-ке, на 6-ке. На 4-ке, если вы будете с половиной, то 2 раза. 2 раза и попрощайтесь с этими волосиками уже навсегда, да. Как-то так.
я надеюсь, что вам понравился мой мини-эксперимент. Возможно, я действительно вплету эти дреды себе, хотя не факт. Вот. Но, по крайней мере, мне было интересно это сделать. Мне интересен был результат. Я надеюсь, вам тоже. И, возможно, это кому-то поможет. Возможно, я эти дреды буду осветлять еще раз. Но я обязательно об этом вам расскажу, хотя видео отдельно уже делать не буду. Вот. И посмотрим, что будет в будущем. Спасибо вам за просмотр, спасибо большое. Спасибо, что вы у меня есть. Всех люблю. Ну, своеобразной такой любовью, типа, собирательный образ. Но собирательный образ у вас просто великолепный, просто прекрасный. Вы внутри все очень красивые и очень добрые. А это самое главное. И всем спасибо за просмотр, всем пока!